Здравствуй, Юргу! В эфире Астропрогноз, и я его ведущий Михаил Халиуллин. Предугадать погоду за окном невозможно, но подсказки звезд помогут нам успешно провести ноябрь. Овен. Овны по натуре инициативные и активные. В этом месяце проблем с учебой у овнов не наблюдается, конечно, если сами представители знаков не будут падки на необдуманные поступки. Телец. Тельцы редко бывают отличниками, поэтому никогда не берут инициативу на себя. И очень зря, потому что ноябрь для тельцов очень удачливый на интересные проекты и конкурсы. Самое время попробовать себя в чем-то новом. Близнецы. Близнецы все делают по порядку и расписанию. И это правильное решение, потому что звезды говорят, что в ноябре самый безобидный проступок может сыграть с близнецами злую шутку. Берегите гнева ректора. Рак. Если раки не станут более активными, то учеба для них превратится в муки и тоску. Звезды советуют найти общий язык с педагогами и, возможно, заняться научной деятельностью. Лев. Львов любят за инициативность и умение управлять коллективом. Не теряйте этих полезных свойств в ноябре, ведь звезды пророчат вам удачный месяц, будь то сложная контрольная или внеучебная деятельность. Дева. Грызть гранит науки придется трудолюбивым девам. Порой вам не хватает усидчивости и должного внимания на лекциях. Однако звезды пророчат вам неплохую промежуточную аттестацию и, возможно, даже надбавку к стипендии. Весы. Весы знают, когда учиться, а когда отдыхать. Однако отдохнуть у весов не получится, увы и ах. Но не стоит отчаиваться, ведь в конце месяца вас ждет увлекательная поездка, которая подарит вам много впечатлений. Скорпион. А вот скорпионам нужно меньше времени уделять на учебу и больше отдыхать. Помните, недосып – это плохо. Нужно дать организму отдохнуть. Стрелец. Стрельцы – прирожденные актеры и импровизаторы. Однако звезды не советуют вам применять свои актерские таланты на преподавателях. Ведь даже маленький театральный этюд может сыграть с вами злую шутку. Козерог. Если у вас появилась цель, ноябрь – самое благоприятное время для ее достижения. Однако будьте осторожны со словами, ведь звезды пророчат вам, что одна неловко брошенная фраза может порвать как дружеские, так и родственные связи. Водолей. Водолеям в этом месяце придется сильно тратиться, и тратить придется время. Ведь месяц перед сессией пролетит как один миг, и водолеи будут делать все наперед. И звезды говорят, что у вас все получится. Рыбы. Рыбы эмоциональны, впечатлительны и легко находят отклик в душе сокурсников. Этот месяц будет духовно богат для рыб, и, возможно, вы найдете новых друзей, которые будут разделять ваши интересы. И на этом наш прогноз заканчивается. Желаю вам продуктивного месяца, и пусть звезды всегда будут на вашей стороне.